Приветствую вас. Я думаю, что ключевой момент вашей ситуации заключается в том, что вы сами себя обвиняете за свои чувства к человеку. И сами к себя, вот. Видите, молодой человек, парень вами, да, зеркаливает и наказывает вас так, как вы наказываете себя. Вот, в принципе, и всё. Поэтому мне кажется, что вам имеет смысл поработать с чувством вины, вот. И избавиться, ну, как бы, от чувства вины за свои чувства, которые у вас есть к молодому человеку, потому что чувства, они, ну, появляются как бы вне нашего желания, вот, и, соответственно, никуда от них не деться, от наших чувств. Вот, поэтому мне кажется, что вот то, где вы могли бы себе вредить, да, и вот этот вот корень проблемы, вот, он заключается именно в том, что вы бичуете себя за свои чувства. Вот. Такая вот история. Как мне кажется. И, соответственно, с этого, мне кажется, нужно начинать. Вот. Если вы перестанете себя бичевать, условно говоря, вот, то у человека не будет больше такого мотива, такого мотиватора к вам относиться хуже, чем вы того заслуживаете. Вот. Ну все, мне кажется. Это первое. И, наверное, второе, вот, то, что хотел бы сказать, это то, что поведение мужчины, вот, конечно, оно такое, что подсказывает, что, вероятно, он к вам и неравнодушен, может быть, но взять ответственность не готов, вот, на себя. За то, чтобы, словно, расстаться с своей настоящей девушкой и вступить в отношения с вами. Вот. Момент здесь, на мой взгляд, именно такой. Ну, как мне кажется, по
по крайней мере. С точки зрения того, что я могу вам сказать сейчас, по крайней мере. Вот. Мне кажется, вам решать, будете ли вы вот с таким, ну, человеком, да, то есть, ну, будете ли вы с таким человеком общаться, который вот не готов брать ответственность, на себя, ну, за вот какие-то действия, да, за поступки, вот. Это вообще здесь зависит от ценности, вот. Именно от ваших, как мне кажется, ценностей это зависит больше. Вот. Может быть, данная личность не такая уж хорошая, как вам вот, ну, как вам кажется, вот. Понимаете? Может быть, человек не такой уж позитивный, как вам кажется. Так что это нужно учитывать обязательно. Решать вам, да, я бы здесь поработал бы с чувством вины. Вот, с основаниями для того, что вы воспринимаете это как риск, вот, ну, то есть имеется в виду, что для вас вот признаться человеку в чувствах означает рискнуть, вот. То есть я бы вот обратил бы ваше внимание на это в первую очередь, вот. И дальше уже, соответственно, можно было бы двигаться вот в каком-то направлении. Дальше можно было бы уже смотреть, как бы, ну, на то, как вам двигаться дальше, на то, что вам делать дальше. Вот. Это то, как я бы сказал сейчас, вот, с точки зрения психологии, опять же, да, с точки зрения психотерапии. На этом, я думаю, можно закончить. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вы делаете определенные выводы, вот, надеюсь, что вы дадите обратную связь в ответ на, ну, как бы, на мой ответ, вы дадите обратную связь, вот. И, соответственно, уже тогда будет понятно и видно,
как вам поступать и действовать дальше. Вот. На этом все. Удачи вам. Всего самого доброго. Вот. Будем на связи с вами. Тогда.